Так, дорогие коллеги, добрый день. Проверяем связь, проверяем связь. Проверяем связь, наводим красоту. Все, отлично. Связь есть. Все хорошо. Супер. Так. Ну что ж, дорогие коллеги, поздравляю вас с неминуемым, короче говоря, началом учебного года, который уже будет послезавтра. Уже послезавтра мы наконец-то встретимся с нашими детками, старыми, новыми, с учениками, будь это подростки, взрослые, дети. Мы все соскучились, все выросли. И наконец-то мы увидимся снова. Так вот, первые уроки. Это, конечно, больше не столько об английском языке, сколько о налаживании процесса обучения. И неотъемлемой и самой важной частью этого обучения будет как раз-таки налаживание взаимоотношений. Да? Так вот, для этого мы делаем не столько, как бы скажем, там warm-ups, да, не путайте. Это больше касается уже материала английского языка, сколько мы используем на уроке icebreakers, это activities, которые помогают прям в прямом смысле I break the ice, да, то есть разрушить ледяную стену между вами и учениками. Это нужно как со старенькими, так и с новенькими. С новенькими понятно, потому что еще они полные страха, ужаса и не знают, кто перед ними, какой талант. Со старенькими, потому что за лето они уже успели все-таки охладить к вам, к занятиям, к английскому языку, поэтому айбрейкеры нужны тоже с ними. И второй вид activity, который тоже, конечно, нужен для того, чтобы группа, прямо была группа, мы с вами все понимаем benefits, да, от group learning rather than individual learning, такой, чтобы группа динамично шла и двигалась вперед, для этого нам еще нужны различные team building activities, да. На самом деле то, о чем я сегодня буду вам рассказывать, несколько приведу вам своих любимых activities, в чем их плюс. Во-первых, они работающие, потому что они проверены уже. Во-вторых, к ним не нужно никаких прям special preparation. И в-третьих, они подойдут как для офлайн, так и для онлайн. Я подскажу, ну, как я это вижу, для адаптации онлайн. Вот, и таким образом, я думаю, что вы наладите быстренько взаимоотношения с вашими новыми и старыми учениками, да? Что еще хочу сразу заметить, да, что эти активности не должны занимать весь урок, ни в коем случае. Это, ну, они вот прям 4 первых занятия должны иметь место быть, да? Будь это 5 минут, будь это 20 минут, ну, в принципе, как бы самый длинный из них будет как раз-таки 20 минут, да, вот. Лучше их делать в начале занятия, потому что они поднимут настроение, настроят на рабочий лад, и сразу все пойдет хорошо, without vice. Вот. И во-вторых, все активности, которые я вам сегодня буду предлагать, вы можете делать, конечно, на английском языке, даже с начальными уровнями, потому что то, что, о чем я буду сегодня рассказывать, подходит для всех совершенно уровней, для всех совершенно уровней, да, вот. Ну что ж, давайте начинать. Итак, презентации сегодня не будет. Как говорится, буду показывать на пальцах. Почему? Потому что, как я уже сказала, не нуждаются в special preparation. Все будет и так ясно, четко и понятно. На самом деле, эти активности не должны быть какими-то там хитро задуманными, сложными правилами. Нет. Чем проще, тем лучше, тем понятнее детям. Да, тем яснее это все будет и лучше пройдет, скажем так, да? Итак, начать, кстати, хочу не с первой активности, вот еще есть момент, хорошо, что я записала себе, чтобы забыла. Значит, начинать надо с таких игр, которые
деткам, ну, ученикам, да, будь это детки, не детки, одно слово вам скажут, да, они, респонс такой. Потом, когда они немножко разойдутся, уже можно от них требовать предложения. Потом уж только требовать a piece of speaking, скажем так, да. Потому что не ожидайте, что даже старые ученики придут к вам из первого занятия, начнут с вами прям masterpiece такие излагать, да. Вот. И второй момент. На первые 4 занятия не делайте активности, которые involve тактильность, скажем так, да, включают в себя какие-либо виды touching, так сказать, взаимодействия, именно физического взаимодействия, даже там за ручки подержаться, не потому что ковид-ситуация, не из-за этого совершенно, а просто дети еще не готовы. Вот в середине месяца или в конце первого месяца уже вы можете переходить в такие игры, где они там должны друг другу передать хай-файв, еще что-нибудь там, ну, такого вот плана. Думаю, идея ясна. Итак, самый первый вид активности, который я хочу сегодня вам предложить, очень-очень-очень простой. Называется «Напиши 3 факта о себе». Что здесь я хочу, на что бы вы обратили внимание, да? Когда мы говорим «Напиши 3 факта о себе», мы ни в коем случае не говорим, что должно быть там, допустим, two true and one false. Не говорите так. Напишите, что какие-то из них true, какие-то false. Вы сами решаете, как бы, да? Потому что, когда вы так говорите, дети уже, я сам решаю. То есть, да, give them choice. Помните, когда у меня был вебинар 10 teaching tips, недавно совсем был, мы как раз-таки говорили, что give them choice, да? Вот это тот момент. То есть, пусть сами выбирают, сколько будет правда, сколько будет неправда. Во-вторых, это может вообще все правда или все неправда. Вот. И в-третьих, это интереснее угадывать, когда я не знаю, сколько true, сколько false, это интереснее угадывать, конечно, да? Вот. Почему этот activity хороший? Во-первых, это personalization. Любой activity, который сегодня буду говорить, это personalization. Они должны чувствовать себя частью команды, они должны себя чувствовать частью community. И когда они share вот этот information, они чувствуют принадлежность к вашему клубу, к вашему центру, к вашей группе и раскрываются, да, personalization. Во-вторых, почему мы говорим «напиши 3 факта о себе»? Потому что it gives them time to think. И как я уже говорила, it's okay давать ученикам время подумать и сосредоточиться вообще, как бы, да. Вот. И в-третьих, почему это хорошая activity? Потому что каждая группа своего уровня, каждый ученик своего уровня напишет предложение. То есть вы не даете им никакой шаблон, вы не даете им никакую форму вообще. Вот. Поэтому те, кто low learners, они могут написать там элементарную структуру. I like там chocolate, I hate English, I have got 23 cats, например. Да? Те, кто уровня B2, соответственно, уже напишут что-то более серьезное, как бы, да, там, различные уже использовали идиомы, что они там выучили, чем они хотят похвастаться, так, да, или фразовые глаголы. Вот. Поэтому я говорю, что он подходит абсолютно под все уровни. И адаптация онлайн понятна. Что делать после того, как они написали 3 факта о себе? Они их по очереди зачитывают. Выходят перед классом, это важно, выйти перед классом, чтобы начать уже не стесняться, как бы, да, и читают один факт. Группа голосует, true или false. Раз группа голосует, получается команда образования. Получается уже ice, не только ice builder, да, но и немножечко team building, потому что они вместе обсуждают true или false, да. Вот. И говорят ему, соответственно, да, а он ха-ха-ха, нет, это не true, это false, потому что, и объясняет, да. Опять же, даже на элементарном языке это можно сказать yes, no, because и так далее. Вот. И все. И вот таким образом проходит эта замечательная игра. Чем она хороша для стареньких? Как можно ее адаптировать под стареньких? Потому что я, например, эту игру делаю каждый год. Так вот, о стареньких я прошу написать 3 факта не о себе, потому что мы уже, я не знаю, 5 лет работаем вместе, и так друг друга изучили от и до. Написать 3 факта о лете, например. Да? Last summer, or this summer. Вот, и они пишут, что они делали или не делали этим летом. Тоже работает замечательно и хорошо. Это был первый activity. Назывался «Напиши 3 факта о себе». Да? Дальше, второй activity, это называется «Допиши предложение». Well, здесь преподаватель заранее пишет какие-то структуры предложения. Например, I like и многоточие. Второе, I'm really into
I prefer to, допустим, да, там, my favorite animal is because, и так далее. В зависимости от уровня преподаватель это пишет. Значит, если это офлайн, то я рекомендую это заранее на бумажечках написать, распечатать, разрезать и каждому этот кусочек положить. Как бы, да, у всех одни и те же шаблоны, у всех одни и те же предложения. Опять же, чем он хорош? Потому что, как я говорю, на ранних stages как раз-таки хорошо, когда они пишут там не целые предложения, скажем так, да, а именно отдельными словами какими-то, да. Вот, этот activity как раз хорош в этом деле. Во-вторых, это все-таки general information. Мы собираем какие-то не особые факты, скажем так, да, там вот три факта о себе, а что-то общее, что-то очень такое общее. Вот. После того, как они дописали это все, да, делается следующим образом. Проследите, чтобы, кстати, когда они пишут, проследите за тем, чтобы у них был одинаковый цвет ручки, когда они пишут. Или все пишем простыми карандашами. Да? И никто не подписывает имя. Потом мы это все в трубочку сворачиваем или так, folded, да, и в шапку, там, не знаю, в бокс, куда-нибудь все это кладем. Преподаватель перемешивает. И что происходит дальше? И дальше они выходят по очереди, опять же, выходят по очереди, потому что это и двигаться, physical response, да, и мы их потихонечку приучаем к тому, что не стыдно, и ничего страшного нет, когда ты выходишь и перед своей группой, перед своим классом, как бы, да, это делаешь. Вот. Они выходят, достают свое. Тут мы сразу оговариваем, что если ты выбрал свою бумажку, ты ее кладешь обратно и берешь следующую, да, вот. Они достают одну бумажечку и зачитывают, что они видят. И потом они стараются угадать, именно этот человек, который взял бумажку и прочитал, старается угадать, о ком из группы идет речь. Вот. И он может подключить группу, ну или это от вас зависит, да, то есть будет это групп дискашн, вот, или все-таки тот человек, который прочитал, будет угадывать, кто это. Угадал, молодец, вот тебе конфетка. Сразу начинаем их кормить, подкармливать, да, там, или какой-то стикер, или какой-то бонус и так далее, да, вот, и он садится. Дальше выходит второй человек, и так по очереди они тянут из коробочки бумажку, достают, читают и угадывают, о ком идет речь. Что здесь хорошего в этом activity? Ну, во-первых, я говорю, что предложение вы можете написать совершенно на разный уровень, разные предложения, да. Во-вторых, есть какая-то структура, есть определенная форма, и несложно взять и дописать о себе, скажем так, да. В-третьих, все-таки идет тимбилдинг, потому что они изучают друг друга, они пытаются угадать who is who, они пытаются найти общие какие-то вещи. О, я тоже так написала, говорят они, допустим, да? Вот, ну вот так хорошо. Но самое главное не это. Самое главное, что в этом элементарном задании мы с вами сразу прокачиваем 4 английских скилла. То есть с самого первого занятия мы прокачиваем 4 английских скилла. Первое, когда они пишут предложение о себе дописывать, это writing. Правильно? Второе. Когда они выходят и читают, это reading. Да? Они это произносят, обсуждают, это speaking. Все остальные слушают и соглашаются, не соглашаются, это listening. То есть мало того, что это icebreaker, потому что personalization, каждый пишет о себе. Мало того, что это team building activity, потому что они соглашаются, не соглашаются, ищут things in common. Плюс это еще прокачка всех скиллов английского языка. Вот, вот такой вот activity я вам обязательно рекомендую сделать. Следующее, это adjective names. Одна из моих любимых activity, adjective names. Но единственное, что я рекомендую этот activity делать на группы B1 и выше, да, то есть B1, B2. Чем отличается уровень B1, прежде всего, от A2, это безумным количеством adjectives, которые они должны знать и употреблять, особенно adjectives, которые описывают personality. С первого урока начинаем этим заниматься. Да? Как я уже рекомендовала, не путайтесь, да, что один activity каждый урок. Я вам дам несколько, таким образом вы можете выбрать, какой для какой группы у вас пойдет. Итак, итак, внимание. Activity. Name, adjectives name, да? Смысл следующий. Каждому мы даем, так, где тут мои маленькие бумажечки? Нет, моих маленьких бумажек напишем на большой, вам даже будет виднее. Каждому даем, который notes, как бы, да, вот такие квадратики, notes, и он пишет свое имя вот таким образом. Именно вот таким образом. Я надеюсь, что сейчас Zoom у меня не перевернул. То есть я написала Ольга, вот так столбик.
Окей? Затем мы эти бумажечки заворачиваем, опять же, куда-то кидаем, и classmates выбирают бумажечку, кто ему попадется. Да? То есть, опять же, если ты вытащил свое имя, тащи другое имя. Да? Понятен смысл. Вот я выбрала, и мне надо какой-то Ольге, которая у меня здесь в группе, написать 4 прилагательных, которые начинаются на букву ее имени. Конечно, дети здесь будут листать Google. Отлично. Они же все равно будут гуглить на английском языке. Там, да? Дети будут спрашивать друг друга совета. Они будут учить. Да? Вот я не могу на G придумать. Помогите мне придумать. Да? И в итоге, конечно, они будут писать только positive какие-то features. Да? Positive personal qualities, скажем так. Да? То есть вот, например, O, optimistic. L, я не знаю, lovely, допустим, там, G, gregarious, потому что я очень общительный человек, A, awesome, там, например, или amazing, или еще что-нибудь, да, я в это время пишу там про какого-то другого человека, соответственно, да, и что дальше с этим всем делать? Конечно, нужно составить постер о нашей группе, да, потому что первое, что мы делали с вами, это был все-таки icebreaker такой, да, то есть они вспоминали немножко английский, был немножко personalization, но тем не менее то же самое, тоже настоящий team building activity, потому что я пишу о другом человеке, он пишет обо мне, то есть мы друг о дружке уже думаем, скажем так, да, вот, но для того, чтобы это стал настоящим крутым team building activity, мы даем им постер, да, то есть мы даем им ватман, в серединке ватмана мы рисуем кружочек и пишем our group, пишем имя нашей группы, и все эти sticky notes, или все вот эти вот бумажечки наши, да, вот я про Ольгу писала, я про Ольгу прикреплю, все это оформляем в виде нашего постера, как бы, да, вот это очень объединяет, потому что это cooperation, очень хорошо, если вы им даете тайм-лимит какой-то, вот там 10 минут у вас на то, чтобы оформить постер вашей группы. И потом мы в холле у себя, в центре прям делаем выставку наших групп. Вот, и это здорово, потому что люди заходят, видят свою группу, сравнивают себя с другими. Те, которые уровни пониже, все равно не заходят в клуб, сразу начинают читать на английском языке, уже все оформлено, красиво сделано. Самый первый урок, уже у вас холл выглядит суперски, замечательно. И команду построили, да? Вот. Вот такой вот хороший activity. Следующий activity – это question ball. Да? Question ball. Так вот, question ball – это обычный мячик. Обычный мячик. Я на него стикерами или скотчем леплю вопросительные слова. Значит, вопросительные слова мы пишем того уровня, которого дети уже знают, скажем так. Да? То есть, опять же, в зависимости от уровня вы будете писать разные слова. У кого все уже question words можно написать, у кого только what – who, how, it depends on the level of your students. Эту игру, к сожалению, онлайн играть пока я не умею. Вот. Так вот, смысл в чем? Смысл задать вопрос другому человеку. Да? То есть вы видите, это уже немножечко посложнее игра, поэтому это где-то уроки может быть на третьем. Потому что это уже предложение мы от них требуем. Да? И мы выходим на улицу. Обычно сентябрь – это хорошая погода. Можно найти такой день, когда хорошая погода. Если нет, то в холле, например, сделать там или в классе эту игру. Мы делаем кружочек со студентами. И я ловлю мяч. То есть мне кто-то кидает мяч, я ловлю мяч. И вот мы договорились так. Правая рука, большой палец, к какому вопросу ближе, с таким вопросом ты задаешь вопрос. С таким вопросительным словом ты задаешь вопрос. Причем ты сам выбираешь, кого спросить. Опять же, выбор. Помните, о чем я говорила, да? Это не так сложно, видите, применить вообще. Главное, это в майндсет себе заложить, что give them choice. Вот, и он задает вопрос, при этом мячик он не кидает. Например, мне попался what, и я уровень А1, поэтому я спрошу, ну не what your name, это совсем уже неинтересно, да, там, например, what's your phone number, или what color is your car, ну что-нибудь такое немножко, да, Петя, what color is your car, Петя. Петя мне ответил, и потом я кидаю мяч Пете, соответственно, да, и Петя ловит мяч, опять же, правая рука, большой палец, каким пальцем он дотронулся, как бы, да, ближе к вопросительному слову, с таким вопросительным словом он задает. Опять же, эта игра хорошая, потому что она немножко активная, мы здесь стоим. Во-вторых, говорю, для любого уровня подойдет, то есть я ослик, я могу задавать вопросы на уровне А2, а вот он уже более продвинутый, может, у него более серьезные вопросы, как бы так будут, да. Во-вторых, персонализация, потому что они дают информацию как бы о себе. Что еще здесь хорошего, как бы, да? Что еще здесь хорошего?
что потом мы можем спросить их, а что вы запомнили друг о друге, да, и каждый что-то вот должен попытаться вспомнить факты, как бы так, друг о друге, да, вот такая вот хорошая игра. Опять же, адаптация под стареньких, почему бы не поговорить о лете, то есть дайте им какую-то тему, да, там, или friendship, или самый отличный вариант, как бы, да, с любым вопросом можно, например, how many days did you stay on the seaside, там, например, да, или how much did you pay in McDonald's this summer? Что угодно может быть. Вот, замечательная, хорошая игра. Один раз вы этот мячик сделали и со всеми группами поиграли. Всегда очень хорошо и живо идет этот activity. Вот, единственное, что говорю, нет адаптации онлайн, пока я не придумала. Может быть, вы скажете. Потому что здесь идея именно мяча, как бы, да, что сам мячик надо потрогать и половить. Хорошо. И следующая игра, о которой я вам хочу рассказать, она называется Change Your Places If. Я думаю, что вы все эту игру знаете. Я напомню правила. Опять же, в ней можно играть на улице, что большой плюс. Потому что я, например, и сентябрь, и май как можно больше провожу на улице с детьми. Да? Мне запомнился очень случай, когда мы в мае полностью урок для стартерс, уровень экзамена стартерс, да, провели на улице все полтора часа. И где-то 1:20 прошел. То есть все игры были, естественно, на английском языке, там все такое было. И вдруг студент один спрашивает про меня этого стартера. Мисс Ольга, а когда мы пойдем учиться? Это было очень мило, потому что то есть он играл, он все это время общался на английском языке, даже не понял, что это был урок на самом деле. Да? Вот, так вот, возвращаясь к моей игре, да, Change Your Places If можно вполне играть на улице. Тогда мы становимся в кружочек, как на question ball. Если нет возможности выйти на улицу, значит, это можно сделать либо в холле, либо в классе, но тогда лучше, наверное, сесть в кружочек. Можно сесть в кружочек на стульчиках, да? Или, опять же, их поднять. И дальше учитель заранее, единственное, что учитель заранее прописывает вопросы, потому что дети не готовы так сложно, так сразу вам на ходу придумывать statements. Поэтому в зависимости от уровня, с уровня А2 и выше, можно в эту игру играть. Да? Например, change your place if you went to the sea this summer. Они хоп, поменялись, да? Те, кто не успел поменяться, как бы, да, местами, тогда вы можете его выцепить, показать ему следующий вопрос, и он ведущий, как бы, да, то есть как, он называет просто то, что у вас написано. Например, change your place if you are wearing jeans today. И они оп, поменялись, и он вместе с кем-то поменялся, да, то есть смысл в этом немножко двигаться, и, ну, самое главное, наша цель с вами – это найти общее между ними. Чем больше точек соприкосновения вы сможете найти разными, видите, activities, разными играми, да, тем быстрее сложится команда. Вот, вот такой вот интересный activity. Дальше, следующее, что я хочу вам показать из выставки, например, да, выставку такую можно сделать, personal cards. Уже однажды, давно-давно, года два, наверное, назад, если не три, я рассказывала про этот активити, сегодня хочу вам еще раз о нем напомнить. Personal card, что мы делаем? Мы берем бумажечку А4, сворачиваем ее вот таким образом, чтобы она могла стоять, и вот на этой части мы делаем personal card, да. В серединке мы пишем большими буквами имя. Эта игра, вы знаете, она хороша для уровней А0, А1, может быть, А2, но не выше, как бы, да? Вот, Ольга пишет. Дальше, в одном из углов мы пишем возраст. Не обязательно правду писать, как у меня, да? А в другом углу мы, например, пишем, что мы like, там, да? И сказать детям, что надо написать три вещи. What do you like, да? Ну, я написала одну. И чтобы было понятно, что это like, мы рисуем сердечко, например, да? Дальше, в третьем углу мы напишем, что у нас есть. Have got, там, например, да? I have got. И тоже три вещи, что у тебя есть, там, например. Вот, я, например, написала одну пока, да? Have got a bike. И здесь ты можешь, мы им скажем, да, ты можешь написать любую информацию о себе, любую. Это может быть хобби, это может быть что угодно вообще, то есть любое предложение как бы от тебя, да? I am a teacher, напишу я. То есть что угодно это может быть. Значит, мы даем время, мы вместе с детьми заполняем эту карточку, только я на доске рисую, а дети рисуют у себя, то же самое можно делать и онлайн, через камеру друг дружечке показывать, да, вот, и после того, как мы все это запомнили, мы дрелим с ними структуры I am, I like и I have got, да, для вот этого дела, так, по-моему, у меня опять зеркальное, но я ничего не могу с этим сделать, в следующий раз попробую.
И что происходит здесь, да? Я потом выхожу перед классом и рассказываю о себе. И мы сразу это с вами снимаем на видео. Представляете, как глаза вот такие вот будут у родителей, что мы отпустили ребенка первый раз, и уже он что-то может о себе сказать, да? И мы это видео пересылаем родителям. Если оно достойное, то пересылаем, и, ну, постим как у себя в группах тоже, да? И вот он, пользуясь элементарными структурами, которые мы сейчас научили, кстати, здесь можно I can написать четвертым, уже рассказывает о себе, да? Потом эти personal cards я беру и просто делаю выставку в холле у себя на столах, да, на столах. Вот. И что можно сделать дальше? Во-первых, на следующий урок, где-то второй урок или третий урок, можно попросить их найти общее, то есть отпустить их на 5 минут в холл, и пусть они найдут 3-4 факта, которые у них совпадают с другими детьми. Возможно, это будет даже другая группа. Вот, опять же, зачем это тимбилдинг? То есть они ищут, где совпадают у них интересы, точку соприкосновения интересов. Да, я думаю, понятна моя идея. В-третьих, что еще можно сделать? Можно эти карточки прибрать, и когда вы будете изучать present simple, третье лицо, present simple, третье лицо, эти карточки детям раздать. Вот мне попалась карточка про какую-то Ольгу, это не я, да, и я рассказываю. Her name is Olga, she is 12. She likes green tea и так далее, да, то есть мы можем это так сделать. Кроме того, что они устно могут рассказать, они еще по этой карточке могут написать эти предложения. И таким образом это будет хороший, полноценный, классный ресурс. И это будет смешно, потому что вдруг через 3-5 месяцев у Ольги что-то поменяется, она уже не green tea любит, а кофе так будет или еще что-нибудь. Обычно так и происходит. Так, хорошая очень игра, рекомендую, как вы видите, то есть никаких preparation особо не надо, с одной стороны, да, а с другой стороны, хороший прям языковой ресурс получается. То есть одновременно с icebreaking, одновременно с teambuilding мы прокачиваем все-таки и английский язык какой-то. Да? Так, что еще хочу вам рассказать? Значит так, для старых групп что подойдет? Одна activity есть, которую очень хочу с вами поделиться. Прям на самом первом занятии очень хорошая activity. Эта игра называется «Воспоминания». Вы заранее пишите полосочки такие, да, рисуете, ну, cut, полосочки, на полосочках пишите, например, tell us about the most там, challenging moment. И вы здесь мне оговариваете, что мы разговариваем с вами о прошлом годе, допустим, учебном, да, или все наше время до этого, которое мы учились. The funniest moment. Tell us about the time when you felt confident. И так далее, да, то есть то, что касается вас, ваших воспоминаний на уроке, или там tell us who was the most brilliant student last year, допустим. Хорошо использовать именно вот superlative forms, да, superlative forms, или, например, там вопрос, что сделали твои родители наиболее счастливыми в прошлом году, твои успехи там, да, или какими достижениями ты больше всего гордишься из прошлого года. Ну, вот такие какие-то вот, ну, хорошо, говорю, идет именно с superlative forms. И полосочки эти вы заворачиваете, они тянут вопрос, например, what was the most, там, the funniest moment. И этот человек начинает сидеть вспоминать. Это, конечно, от уровня А2 и выше, да. Вот, сидит, вспоминает, as for me, it was, ты. И группа начинает по неволе встраиваться как бы в разговор, нет такого, чтобы они сидели и молчали, потому что кто-то начинает, а помнишь, ты. Но все это мы уже можем делать, естественно, как бы на английском языке. Вот такой вот хороший activity я вам рекомендую, да. Вот, ну и последнее, чем хочу сегодня с вами поделиться, это уже тот activity, который тактильный. Поэтому мы его делаем уже четвертое, пятое занятие, или даже к концу, месяца, так сказать, да? Смысл в чем? Смысл найти общее. Вы понимаете, что это и есть тимбилдинг, да? Смысл найти общее и друг друга получше узнать. Так вот, опять же, можно делать сидя в классе, можно на улице. Очень хороший вариант, как бы, да. И делается следующим образом. Значит, участники этой игры говорят очень такие вот как бы common phrases, не something special, как, например, вот в первой игре три факта о себе, а конкретно вот что-то очень общее такое, чтобы оно наверняка совпадало еще с кем-то, да. Вот. Значит, например, я говорю,
I like green tea. И если кто-то из моего класса тоже любит green tea, он встает и держит меня за ручку. И этот второй человек теперь называет любой другой общий факт о себе. Например, I am into football. Никто не выходит. То есть получается, что ну, никто не любит футбол, кроме него. Тогда он думает что-то другое. Например, my favorite color is blue. И кто-то обязательно выйдет. То есть он начинает перечислять факты до того момента, пока кто-то не выйдет, не возьмет его за руку. И таким образом игра продолжается до тех пор, пока все не будут выстроены и взяты за ручку. Что происходит потом? Да, потому что очень важно все-таки, вот, что потом будет. А потом следующее. Я и второй человек, который тоже, оказывается, любит green tea. Мы поднимаем с ним руки вверх, наши соединенные руки вверх и говорим «We like green tea». Опустили. Второй человек, у него что было общее с третьим? Blue color. Они поднимают руки и говорят «Our favorite color is blue». И так далее, да? И это просто здорово. High spirit такой прям поднимается у людей, что у нас что-то есть общего. Можно потом дальше пойти, да, можно их попробовать посадить и три предложения написать. Там, например, что вы запомнили? Они вот запомнили. Ольга and Anne like green tea. Anne and Pete favorite color is blue, например, да. То есть вот таким вот образом. Ну вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать. И я надеюсь, что вы оценили простоту этих игр, и я смогла до вас донести важность именно этих игр, как бы, да, которые я вам посоветовала. Конечно, у меня скопилось их очень-очень много, но вам столько не надо, потому что, 3-4-5 уроков первых, да, когда мы делаем такого вида activity, выберите один для каждого, пропишите себе его и играйте на здоровье. И будет вам счастье в течение всего года, потому что дети раскрепостились, дети нашли все общее между друг с другом, они перезнакомились, знают интересные факты о себе. И о вас тоже, не забывайте, как учитель, тоже с ними делиться. И три факта о себе, и personal card, и о всем остальным, потому что мы все-таки с вами показываем модель не только языка, но и человеческую модель. Я всем искренне желаю safe начала нового учебного года, приятных встреч со старыми и новыми учениками и очень продуктивного и эффективного года всем своим коллегам. До новых встреч, ваша Ольга.